Я бы все-таки сейчас больше сконцентрировался именно на новых задачах. В чем мы видим сейчас пространство для развития? Первое. Мы практически не представляем, а сколько у нас в стране стартапов, а кто в них работает, а какими компетенциями обладают их основатели, а какие университеты они закончили, а кто их инвесторы, а куда они собираются размещать свои производства, а какие критические технологии используются данным конкретным стартапом. И если это не очень важно, может быть, в разговоре про там, чистую коммерцию, то даже в линии НТИ у нас целый ряд продуктов, которые носят характер критических технологий по своей сути. И что у нас происходит? Конечно, стартапы вырастают до определенного уровня, и потом уходят за рубеж. А бороться с этим запретительно нельзя ни в коем случае. Но надо создавать условия, при которых стартапы могли бы расти в России, но продавать свои товары на глобальных рынках.